Спонсор проекта – вода Мухенская. Минеральная вода из таежных месторождений. Мухенская – чистый вкус природы. Привет, спортивный город! Зима официально началась, а значит и выпуск будет посвящен исключительно зимним видам спорта, среди которых неожиданно затесался футбол. Сегодня, 1 декабря, состоится матч сборной ФНЛ, в ее составе наш красавчик из Хабаровска Саид Алиев, против медиалиги. Всем привет, хабаровским болельщикам. Ходим на тренировочку. У нас отпуск еще не начался. Встреча пройдет по правилам медийной футбольной лиги. Команды сыграют 2 тайма по 30 минут. Планируется, что у игры будет 3 счета. Счет футбольный, счет альтернативный, с учетом заданий, которые необходимо выполнить во время игры. Например, прокинуть мяч между ног, сделать команде 12 передач подряд и так далее. И счет по буллеталити. Место проведения – стадион «Анжи-Арена», город Каспийск. Начало встречи 20:00 по московскому времени. Болеть можно онлайн. А теперь переходим к поистине зимнему виду спорта. Всероссийский день хоккея даже отмечается в первый день зимы. И за это огромное спасибо мы говорим президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку. Именно он в 2007 году организовал первый праздник, и теперь мы не можем остановиться. Поэтому с 1 по 3 декабря в Хабаровске организован международный юношеский турнир «Кубок дружбы». Все игры будут проходить по-взрослому в Платином арене. Сначала на запасном поле, а потом перейдем и на главное. Да, там, где Амур проводит свои встречи, и все будет как в КХЛ. С музыкой, чирлидерами и трансляцией. Такое пропускать уж никак не советую, поэтому посмотрите на это расписание и освободите время, чтобы поддержать подрастающее поколение суперигроков. И да, все подробности о турнире, кто приедет, как оно будет, есть в интервью с тренерами одной из команд-участниц. Конечно же, нашей команды «Амур-2012». Ну и как не рассказать про взрослый хоккей? 1 декабря состоится очередной матч Амура. На этот раз гостями дальневосточной столицы зимы станут белорусы. Матч против минского «Динамо» начнется в 19:00 в Платинум-арене. А на следующей неделе «Тигры» уже будут сражаться на земле соперников. Сначала в Омске с «Авангардом», а затем во Владивостоке с «Адмиралом». Это ли не повод совершить поездку в Приморье в декабре? Нашим нужна ваша поддержка. Ну и завершим сегодня выпуск тем, что будет уже во второй зимний день. Это матч в Ерофей-арене между командами «СКА Нефтяник» и «Байкал-Энергия». Кстати, всего один матч домашний в декабре у хоккеистов с мячом, поэтому пропускать его никак нельзя. На этом сегодня все. Занимайтесь спортом, ну или хотя бы физкультурой, тогда зима будет теплой и приятной. Пока-пока! В самом сердце дальневосточной тайги, в краю нетронутом цивилизацией, пройдя сквозь толщу древних базальтовых слоев, рождается уникальная лечебная минеральная вода. Мухенская – лечебная вода из таежных месторождений. Мухенская – чистый вкус природы.